для начала хотела поблагодарить организаторов, компанию «BRICS» в лице Павла Рудановского и Сергея Дворянова. Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы все это устроили. В Россию, в Москву приехал обладатель двух «Грэмми». Человек, написавший лучшие хиты Леди Гаги и еще многих-многих других звезд. Самый невероятный, самый влиятельный, самый крутой. Red One сегодня с нами! Вопросами на Ближнем Востоке БРИКС соединила свои силы с лучшей строительной компанией, чтобы сегодня представить для вас совершенно уникальный проект. Самый невероятный, самый влиятельный, самый крутой Red One сегодня с нами! Thank you. Thank you so much for being with us here in Moscow, in Russia. It's incredible. I couldn't believe my eyes when, for me, it was a call, and he will be here with us. Thank you so much. Thank you. И также сегодня наш гость – это тоже великий человек. Вы все помните фильмы, которые мы любили в детстве с Джеки Чаном, и здесь сегодня с нами его продюсер Сон Йин Хи. Thank you so much for visiting. And of course, my favorite love, my Louis Vuitton muse, the most loved by Russian people artist ever in the world. Филипп Киркоров тоже сегодня с нами! Я приглашаю на эту сцену Мохаммед Эль-Бахрави, египетского бизнесмена, работающего в Арабских Эмиратах. Thank you so much, we welcome you on stage! Thank you, guys. I'm Mohammed Bahrawi. I'm the CEO of El Bahrawi Group. We are a group of companies established since 1984. Our main business is the shipbuilding. We start our floating hotels back in Egypt. Then we move with a new idea, a new concept to Dubai. And then from Dubai to the world soon, inshallah. I have designed and developed the Neptune, which is the first glass boat home. And then from Neptune we move to the first floating hotel and mall on the earth. Мохаммед Эль-Бахрави делает уникальный проект. Это Нептун, первый плавающий дом на воде. И от этого проекта они перейдут к проекту первого плавающего отеля на воде. Это будет первый в мире плавающий отель, который из Дубая может поплыть в любую точку мира. Поэтому это поистине уникальный проект. Еще раз повторю, никто никогда в мире этого не делал. Это первый проект in the world. Спасибо! Мохаммед Эль-Бахрави и Red One вместе открывают макет яхты. Все внимание сюда приковано. Вот этот магический процесс. Стратегический партнер. Компания Нептун. Вот он. Вау.
because shaking your hand means I'm shaking hands of J-Lo, of Lady Gaga, and many, many more. Well, I'm very pleased to be here. Thank you all for coming for this amazing project of my brother Mohammed Al-Bahrawi. And yes, I'm a big believer and a fan of this idea. And I remember how he started from nothing and now he's the biggest thing. And I believe in it so much. So you better buy it. Праздничная атмосфера в отеле Four Seasons была сегодня создана коллективным трудом. Как я уже отметил, это Мохаммед Аль-Бахрауи Групп и BRICS Plus, как это сказала Ксения Собчак. И поэтому, дамы и господа, я рад вам представить леди, которая для меня является воплощением стиле. Очаровательная, дважды чемпионка мира по спортивным танцам, Юлия Прокит, давайте его приветствуем! Вот такая хрупкая, изящная, иконная стиля Юлия Прокит. Вам слово, Юлия. Прошу вас. Добрый вечер, друзья. Я так рада, что сегодня, в преддверии Нового года и Рождества, вы здесь. И получилось воссоздать такую уникальную, уютную атмосферу Востока. Как Ксения Анатольевна представила, мы та международная площадка, платформа, которая готова к сотрудничеству, готова к воплощению самых сумасшедших, самых успешных проектов. От экономики до творчества, что так близко мне. Я бы хотела всех вас, всех пригласить в Дубай. В феврале, 21 февраля, такое красивое число, 21.02.21, в преддверии Экспо, крупнейшей выставки в Дубае, которая не состоялась в этом году, вынуждена была быть перенесена на следующее, мы будем проводить BRICS Plus Global Business Award. Церемонию награждения самых успешных, самых эффективных компаний мира во всех областях. Нашего художника Раджкумара. Когда вы входили, вы видели три картины. Did you saw three paintings with the portraits of all leaders of BRICS? Раджкумар хотел бы дать особый подарок нашему дорогому гостю. Please. It's honor for me that I have chance to make some artwork for Mr. Redwan, and he's a great music composer. And I ask you, Redwan, please come here and accept this small gift. Redwan is a real king of music and the real lion of music. And we know that the lion is a symbol of your markets, right? I'm right? Yes, thank you very much. Thank you. I'm very honored. Персональная выставка Алекса Че будет на плавучей яхте. Мы это уже решили, а не ходили здесь. Итак, все состоялось. У нас были в гостях феи, маги, чародеи, продюсеры, бизнесмены, олигархи, политики. У нас были в гостях все те, кто